Привет всем. Как видите, я не в Березино. Я упущу Березино. Поехал до горки. И там ничего интересного не было. Также я поехал до Старый Собор, где будут залутать палатки. Я надеюсь, что сюда никого нет. Только зомби. Ну, увидим, что будет. Выглядит спокойно. Я надеюсь, что сюда будет. Ну, ничего не нашел сюда. Только этот патрон на ППШ. Ну, будем играть. Так. Вопрос есть, что делать дальше. Увидим. Я снова в горке. Никого нет. Вот я снова в Березине. Увидим, что будет сейчас. Еще не залутано. Орнители наконечников. О, это невероятный бык. Упал под пикап и умер. Невероятно. Админи, что вы делаете? Что вы делаете? Этот бык укропный. Не хочу в каменьки. Хочу в Березино. Я надеюсь встречаться что-то каково. Ах, какой пейзаж. Я уверен, что могу летать. От такой пикап я упал. И умер. Я надеюсь, что он меня исправит, этот бык. Но я уверен, что могу летать. Болото. Я уверен, что сюда меня убьют. Увидим. Что мои вещи еще сюда. Это маловероятно. Да. Отсюда я упал. И теперь... Ничего не есть. Голод, жажда. Да, это я искал. Ну и что теперь?
Услышал, что как кто-то стреляет. Это нехорошо. Проблема, что я не знаю, откуда стреляли. Индиго с БПСП-5 убил без ужасного хэра. Может нет. О, от поля.
Супер. А, убедим сизых. Боже. Не, еще кто стрелял. Это все на сегодня.